Друзья, сегодняшние новости, и нам нужно обсудить очень большое количество вещей, которые произошли на этой неделе, поэтому можете присаживаться поудобнее, заваривать еду, там, чай, что вы там употребляете, вам придется это выслушать. Можете даже просто включить это в виде подкаста, если у вас есть YouTube премиум, либо какие-то другие ухищрения. В общем, сегодня мы говорим про сложности с компанией Huawei, про затизеренные AirPods якобы третьего поколения, про затизеренный OnePlus 8 поколения, про iPhone SE 2, про пиксик, в общем, будем говорить все подряд. Я хочу начать с самой сложной и долгой темы, это Huawei. Начинаем. Итак, 26 сентября стартовали продажи Huawei Mate 30 Pro только в Китае. Судя по фотографиям и отчетам с магазина, там выстроилась огромнейшая очередь, даже из заголовки, что якобы ажиотаж за смартфоном получился больше, чем за новыми айфонами. Там очередь посолиднее была, я в это охотно верю, потому что в Китае бренд Huawei, это, можно сказать, бренд номер один. Его там все почитают. На этом, как бы, на собственном опыте я сам убедился, когда был не единожды в Китае. Я замечал, что у людей, что в общественном транспорте, что просто на улицах, либо в различных заведениях, очень много Huawei на руках. Много Huawei, много Oppo, много Vivo. Кстати, Xiaomi там вообще даже близко не пахнет почему-то. В общем, да, я в это верю, что Huawei Mate 30 Pro в Китае продается хорошо, огромными тиражами. Флагманская модель, многофункциональная штука. Если вы следите за ситуацией вообще, за этим смартфоном, то наверняка вы видели огромное количество различных новостей и видеороликов о том, что, оказывается, на Huawei Mate 30 Pro можно свободно установить сервисы компании Google, включая даже Android Pay. Многие так и поступают, то есть те сэмплы, которые компания раздала журналистам и блогерам, они действительно подвергались вот такой процедуре, не совсем законной, сейчас объясню почему, процедуре установки этих сервисов, и никто почему-то не задался вопросом изначально, а почему все так легко происходит, ведь на самой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистам, глава Huawei намекнул, что, возможно, компания даст доступ пользователю для разблокировки загрузчика, чтобы он смог сам установить все на свой смартфон, что захочет. Но этого не произошло, потом даже было опровержение, что Huawei передумали. И тут внезапно появляется просто сайт, на который ты заходишь, нажимаешь два клика, и у тебя на смартфоне получается, спокойно устанавливаются сторонние приложения. А я напомню, что для Huawei Mate 30 Pro сервисы компании Google являются сторонними. Для корректной работы этого устройства необходим root-доступ, должен быть разблокирован загрузчик, иначе они в принципе не должны работать. И так и происходило. Люди, которые устанавливали отдельно АПК на смартфон, там ничего не запускалось. Вы просто имеете иконку Play Market, нажимаете, она просто выбрасывается. То есть для смартфонов Huawei нужен root-доступ для таких приложений, потому что они не сертифицированы. И никто не задался вопросом, а почему, заходя на сайт, проведя такую простую процедуру, все начинало прекрасно работать? И не задавались вопросом до недавнего времени. И сейчас происходит действительно целое расследование. Сайт Wired сделал огромный материал, пошаговый, где рассказывает, как это произошло, кто в этом виновен и вообще, чем это все вообще попахивает. Для тех, кто не в курсе, сайт, при помощи которого можно было левым образом установить сервисы компании Google, включая Play Market, назывался LZ Play. Вы на него заходили, и каким-то чудесным образом на смартфоне у вас, оказывалось, все работало. И, как выяснили некоторые технические специалисты, которые занимаются безопасностью Android, которые занимаются разработкой программного обеспечения, все оказалось не так просто. Действительно, на смартфон компании Huawei Mate 30 Pro вот просто так невозможно установить эти сервисы. Нужно иметь доступ суперпользователя. И каким-то образом этот сайт обходил это ограничение. Каким образом? Начали разбираться. Разработчик, которого зовут Джон Ву, прям, знаете, так нормально получается. Джон, как бы, Джонни, американский Джонни, но он же и Ву, он может нормально коммуницировать между китайцами и американцами. Парень в деле. Начал разбираться, как это все происходит. Начал разбирать программное обеспечение, которое устанавливается при помощи этого сервиса. И оказалось, что внезапно в смартфонах Huawei есть такой, знаете, лазейка, backdoor, непонятно заложенная кем изначально, которая позволила именно сервису LZ Play добиваться прав суперпользователя. И вопрос, кто допустил эту лазейку? Там, как
как бы в этом расследовании идет явный намек на то, что это сделала сама компания Huawei. Сама заранее сделала уязвимость в своем смартфоне для того, чтобы при помощи этого сервиса можно было все это дело установить. Конечно же, когда специалисты обратились напрямую к Huawei, они ни в чем не сознались. Более того, на сегодняшний день сервис LZ Play уже как бы все. Он уже не работает. И как бы шумиха поднялась. Естественно, все дело заблокировали. А, кстати, этот сервис работал на мощностях Alibaba. Alibaba Group — это как бы авторитетная компания. Им это тоже проблема не нужна, когда такая проблема с точки зрения безопасности. Одно дело, когда у вас на смартфоне незаконно работает Google Play Market. Окей, ладно. Но когда там работает Google Pay, система платежей, которая не должна работать, которая проверяется специальной системой безопасности под названием SafetyNet. Для тех, кто не в курсе, когда вы пытаетесь рассчитаться при помощи Android-смартфона, при помощи NFC, Google Pay, проходит трехэтапная аутентификация через SafetyNet. Это специальный протокол, который проверяет смартфон на допуск вообще к этой функции. И вот когда она работала все на Huawei Mate 30, проходило два уровня верификации, третий блокировался. И по какой-то причине деньги все равно списывались с карточки. А это, знаете ли, нифига себе дыра в системе безопасности системных платежей. Это попахивает очень жареным, особенно для компании Google, не для Huawei. Но теперь уже все как бы вообще заблокировали, и Google Pay не работает на Huawei Mate 30. Но, мне кажется, это только начало. И знаете, в чем комичность всей этой ситуации? Изначальный конфликт Америки и Huawei как раз и заключался в том, что якобы Huawei использует шпионское оборудование, что у них там есть специальные бэкдоры, и вообще это гаджеты их небезопасны. И тут получается какая-то просто мета-ирония, когда выходит Huawei Mate 30, и процесс установки сервисов Google как раз используется при помощи прям вот уязвимости, бэкдора. Кто его? Мы сейчас не будем как бы говорить, кто это сделал. Сделала ли это специально компания Huawei, чтобы обратить на себя внимание. К тому же, очень интересная штука. В тот момент, когда заработал сервис LZ Play, когда люди начали устанавливать на тестовые образцы смартфонов сервисы Google, в этот момент делегация компании Huawei находилась в США. И якобы там уже пыталась с кем-то договориться, чтобы все было хорошо, чтобы сервисы разрешили работать на этом смартфоне, чтобы можно было стартовать продажи в Европе и в других странах. Теперь неизвестно, когда это все будет и будет ли вообще. Теперь стало понятное дело, что покупать Huawei Mate 30 Pro для того, чтобы собственноручно установить сервисы компании Google, это, конечно же, вообще не вариант, потому что вот оно уже не работает. Сколько этому будут сопротивляться, непонятно. Пострадает в этом больше не Huawei, пострадает в этом вопросе больше компания Google, потому что, ну, блин, понимаете, это нужно как-то регулировать. Я же еще раз говорю, сервисы Google — это одно, но система безопасности, допуск к карте физической, да, вот карте, пластиковой карте пользователя, которая списывает деньги, и такой баг — это очень странно, это очень странно. Два этапа аутентификации проходит, третий не дает этого сделать, но деньги все равно списывались. Сейчас уже, как я сказал, все пофиксили, на Huawei Mate 30 Pro не работает ни Google Pay, уже есть видосы в Твиттере, как люди это пытаются сделать, все не проходит, заблокировали, очнулись, взялись за голову, сказали, нифига себе, как вы нас подставляете. Но мне кажется, что мы к этой теме вернемся еще не раз. Прежде чем делать следующую новость, у меня для моих подписчиков радостное как бы событие, известие. У нас наконец-то есть микрофон для записи подкастов, которые будут выходить в Телеграм-канале, поэтому очень скоро мы возобновим все это дело. Нам заслали микрофон, который называется фирма Trust Emita Plus. Моделька, вот так это все дело выглядит. Что меня больше всего удивило, я спокойно присоединил этот USB микрофон к iPad через переходник, и приложение GarageBand и диктофон легко определяет это устройство. Оно мне понадобится и для подкастов, и для стримов. Даже сейчас я пытаюсь записать, вот идет запись звука, мы оценим, как он пишет на таком расстоянии звук. Я думаю, что для стримов и для подкастов будет ок, будем использовать, поэтому в скором времени в Телеграме можете ждать подкаст. По ссылке в описании к этому видео я покажу, что это за микрофон, он стоит чуть дороже 100 баксов. Если зайти сейчас на e-каталог, то в принципе, да, можно за такую сумму купить себе нормальный USB-шный микрофон. Я понимаю, что USB-микрофон — это не профессиональное решение, но вот для таких быстрых задач
Самое то, мне кажется. У него есть огромное количество в комплекте креплений. Поп-фильтр, можно просто поставить его на ногу на столе. Да и просто даже как декорация стоит, светится довольно неплохо. Ждите новых подкастов. Вся информация об этой штуке в описании к видео. Продолжаем новости. О смартфоне Google Pixel 4, казалось бы, мы знаем уже все. Мы даже делали отдельное видео, где полностью показали его дизайн, его характеристики, его функции новые. И новый дисплей 90 Гц. И вот все эти фишки, но... Вы думаете, что все, сливы закончились? Нет, еще много-много сливов. Редакторы сайта 9to5 в Google сумели раздобыть приложения, которые будут установлены на Google Pixel 4, среди которых обновленный лончер, приложение для персонализации темы и обои, в том числе живые, и обновленный диктофон. С темами оформления, картинками все очень просто и понятно. Кстати, вы это все дело можете скачать и установить на свой смартфон, если у вас, конечно же, на смартфоне стоит Android 10 поколения. Больше всего интересно это новый диктофон. На первый взгляд это обычный диктофон, но над кнопкой начала записи появились два раздела – аудио и транскрипт. Режим аудио показывает уровень громкости, а транскрипт мгновенно переводит аудио в текст и параллельно помогает в поиске необходимой информации. В передачу к приложениям утекли фрагменты рекламных роликов. В одном эпизоде видно, как можно движению ладонью сбрасывать вызов при помощи технологии Motion Sense. Во втором девушка запрашивает маршрут в Google Assistant без разблокировки смартфона, что довольно необычно. 15 октября состоится презентация этого смартфона. Все, конечно же, мы это дело ждем, посмотрим, и я постараюсь каким-то образом еще попасть в Европу, чтобы купить это устройство. Но следующая новость вообще очень забавная. Вот буквально недавно закончилась презентация OnePlus 7T нового смартфона. Казалось бы, ну все классно, замечательно, но уже есть утечки OnePlus 8. Чуть ли не за полгода или даже больше до начала презентации этого устройства. Маркетинг компании сводит с ума. Они уже просто не знают, как подогревать интерес. Наверное, стоит уже сразу слить OnePlus 9, который через 2 года будет, iPhone 13 и какой-нибудь Galaxy S13 тоже, ну, чтобы уже знать заранее, как бы обсуждать и готовить деньги. Как обычно, первым в этих сливах оказался OnLeaks, который у себя в Твиттере опубликовал фото, видео и подробные характеристики. Внешний смартфон не особо отличается от нынешнего флагмана OnePlus 7 Pro. Радует, что основная камера не будет выглядеть как шайба. Главным отличием станет отсутствие выезжающего модуля камеры в пользу модуля в экране, наподобие того, который мы видели в Samsung S10 или в Honor 20 Pro. Также экран уменьшится до 6,5 дюймов, а частота обновления будет не менее 90 Гц. Здесь все понятно и объяснимо. На этой неделе и не обошлось без интересных новостей на поприще Apple. Начнем, наверное, с iPhone SE 2. Хотя я знаю, эта тема уже настолько изъезжена, настолько раз мы уже подходили к ней, что уже что там говорить. Но походу все утечки, которые были до этого, сбудутся уже в марте 2020 года. Популярный аналитик Мин Чин Кво сообщил, что новинка будет продаваться за 400 баксов, что для США и многих европейских стран это действительно вообще минимальный порог входа в мир смартфонов. Внешний вид аппарата будет идентичен iPhone 8, а внутри новинки будет трудиться процессор A13 Bionic, которым недавно оснастили новинки iPhone 11 и 11 Pro. Аналитик уверен, что невысокая цена, начинка флагмана и довольно компактный формат сделает смартфон одним из самых популярных устройств в 2020 году. Вторая утечка случилась, как всегда, негаданно-нежданно, в новой бета-версии прошивки iOS 13.2. В недрах файлов появилась информация о подготовке новых наушников с технологией шумоподавления, и судя по монохромной иконке, наушники получат обновленный дизайн и станут затычками. И, естественно, под это дело уже как бы графические дизайнеры подсуетились и сделали для нас рендер. Не факт, что это будет выглядеть именно так, но выглядит как минимум футуристично и очень странно. Похоже на две сиськи робота, я не знаю, как это еще назвать. И как это все будет помещаться в человеческое ухо, непонятно. Единственное, понятно одно. Когда ходили слухи о том, что новые AirPods будут защищены от влаги, пыли и будут с активным шумоподавлением, все думали, как можно сделать наушники с активным шумоподавлением в старом форм-факторе? Ну невозможно же, да, они же открытого образца. Теперь понятно, как это будут затычки, но, видимо, необычные затычки. То есть это какой-то гибрид между вкладышами с элементом затычки. Очень, кстати, любопытно попробовать. Буду с удовольствием это дело ждать. Ну и, кстати, с приходом iOS 13.2
публичной беты, именно беты, появилась, конечно, долгожданная функция Deep Fusion. Вот это вот новый алгоритм работы камеры. Его я обязательно попробую, но я все-таки хочу дождаться финальной прошивки. То есть я не балуюсь бетками. И, в принципе, я готовлю большой обзор камеры iPhone. У меня где-то 70% информации уже есть. Вот осталось реально дождаться Deep Fusion. Но уже в финале посмотреть, как это все работает, чтобы рассказать вам свое личное впечатление. Я в этом вопросе вообще не тороплюсь. Есть очень много замечательных вещей в камере iPhone. Есть много очень тупых и нелогичных вещей. Все мы это дело осветим. Если вам интересно, как работает Deep Fusion на реальных примерах, я рекомендую вам посмотреть видео ребят с канала ProTech. И это единственный почему-то канал в русскоязычном сегменте YouTube, который реально разобрался, как это работает, и правильно донес информацию с нормальными примерами, с нормальными доводами. Поэтому, кстати, я оставлю ссылку в описании, можете посмотреть это видео. Прям действительно молодцы. И на этой неделе меня лично дико удивила компания Microsoft и то направление, куда оно движется. Я всегда был приверженцем того, что вот компания, которая делает софт, она должна делать железо тоже. У нас есть Apple, она делает софт, она делает железо. Неплохо получается. У нас есть Google. До недавнего времени они занимались софтом и сервисами, но взялись за голову и начали делать железо. У нас есть пиксели, у нас есть наушники. Я надеюсь, что они будут развиваться в этом направлении. А вот с Microsoft как-то все это время особо не задавалось, правда? Ведь, ну, как бы тоже начали делать, но есть постоянные перетрубации. Они делают вроде бы Windows огромное количество самых популярных сервисов. К примеру, тот же Office, он дико популярен, они много зарабатывают на нем денег. Пора бы под это все дело заточить собственное железо. И вот то, что показали на этой неделе, говорит о том, что компания прям держит ухо востро. И, возможно, ближайшее будущее нам сулит следующую штуку. Все сторонние вендоры, которые работали с Google, с Microsoft, могут немножко начать переживать. На самом деле, начать переживать. Потому что, как бы, пример Huawei показывает, вроде пользуйтесь американскими сервисами и технологиями, но может быть проблема в будущем. У нас будут американские компании, которые делают софт и железо собственное, и китайцы, которым стоит призадуматься над созданием собственных экосистем, собственных операционных систем. Ну, корейцы там тоже могут поднапрячься. Microsoft обошлись без громких инсайдов и провели полноценную презентацию 2 октября, на которой показали несколько интересных гаджетов. Первым делом показали обновленные ноутбуки Surface Laptop 3 в размерах 13 и 15 дюймов, которые сильно напоминают MacBook Air, несмотря на внешнее сходство, внутри ноутбуков хорошая начинка. Младшая модель оснащена процессором Intel Core 10 поколения, а старшая работает на чипе Ryzen Surface Edition. Следующей новинкой стали наушники-вкладыши, которые успели получить шуточное прозвище «Попсокет для человека». Surface Earbuds – очередные беспроводные наушники с зарядным чехлом, и по заявлениям компании общее время работы составит около 24 часов. Управление осуществляется при помощи свайпов и прикосновений по сенсорной панели на внешней стороне. Есть интеграция и с Office. Можно листать презентацию в PowerPoint, но сложно представить, как будет проходить такая презентация. Стоимость 249 баксов. Показали Surface Pro X. Это ПК в формате 2 в 1, работающий на кастомном процессоре Surface SQ1, который создавался вместе с Qualcomm. Базовая модель оснащается 8 гигабайтами оперативной памяти, и у нее 128 гигабайт постоянной памяти, но при необходимости SSD формата M2 можно легко заменить. Все это дело будет стоить $1000 без чехла и стилуса, который можно докупить за 269 вечно зеленых. Самым необычным стал гаджет под названием Surface Neo, состоящий из 2 9-дюймовых экранов, соединенных шарниром. Работает новинка на Windows 10X с поддержкой традиционных приложений. Пока что Microsoft только похвастались по этому о точных характеристиках, и старте продаж ничего вообще не известно. Последним, но не по значению, стал Surface Duo, который похож на Neo, но выполнен в формате смартфона или планшета. Устройство состоит из 2 экранов на 5,6 дюймов, соединенных шарниром, и работает под управлением кастомной версии Android. Напоминающий Windows 10X, есть вероятность, что за производительность там отвечает процессор Snapdragon 855, но рано что-то заявлять, потому что гаджет все еще дорабатывается. И вы обратили внимание, что тема про складывающиеся устройства набирает все больше и больше оборотов. Видимо, компании, которые это делают, делают это не просто так, потому что логическое продолжение форм-фактора смартфон, мне кажется, как раз за этим.
Мы всегда жили как бы в такие времена, когда с каждым годом экраны становились все больше, больше и больше. Вот и мы дошли до того момента, когда есть вроде бы и планшет, большое устройство, есть смартфон, который скоро приближается к размерам планшета. Почему бы это все дело не совместить воедино, как, знаете, во всех футуристических фильмах, когда люди ходят, там раз, разложили, поработали, сложили, позвонили. Ведь вообще принципы взаимодействия с устройствами сильно поменялись за эти годы. Интерфейсы меняются, приложения меняются. Большой смартфон ты держишь все равно в двух руках, и все равно ты печатаешь двумя руками. Так что уже себя ограничивать? Делаем раскладушку, разворачиваем и в полной мере работаем. Друзья, на этом все. Вот такой получился выпуск новостей. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram. Там скоро мы оживим подкастики, будем с вами общаться. Возможно, еще скоро начнем и стримить лайвы на YouTube, но это пока не точно. Я еще определяюсь с этим. Всем пока!